Всем доброе время, здравствуйте. Ильдар Зинуров, и веду свой видеорепортаж с 8-го Симиланского острова, который находится в Таиланде. Островок не очень большой. Тут вот люди кушают. Вот. А сюда мусор складывают. На этом острове надо ходить босиком. И все, кроме местных товарищи, которые здесь работают, ходят босиком. Вон их палатки, кстати, вдалеке виднеются. Если кто-то не уедет вовремя, он будет ночевать в этой палатке. Там как на Аркаиме у нас. Так, а сейчас мы идем немножко вглубь острова для того, чтобы посмотреть на варана. Ну и где варан? Петуха? Не знаю, уважаемые, видите ли вы петуха и куриц, но варана здесь нет. И ноги печет. Идем дальше. Да мне страшно, вторую ногу. Группы товарищей. Это вот солнечные панели стоят. Здесь так много солнца, что тайцы решили, что грех его не использовать. А за солнечными панелями какая-то небольшая скала. Очень красивая. Здесь какое-то обрезанное дерево с мотком из проволоки, что не очень красиво. Ну, а мы с вами идем на пляж. Они тайцы едят вот так, сидя. Если вы слышали, гудит, как гудел пароход, то это сигнал к тому, чтобы отплывать. А это вот туалеты. Вместе с небольшим бассейном, который необходим для того, чтобы мыть ноги то ли перед заходом, то ли во время выхода. Девушка хотела выйти, увидела камеру и решила спрятаться. Не хочет быть заснятой при выходе из туалета. Интересно, почему? Тут в тени очень хорошо, прохладно, спокойно. Что интересно, загораешь ты тут даже и в тени. Вот, разлетает. Потому что ультрафиолет проникает везде, независимо от того, прямые солнечные лучи на вас падают или кривые солнечные лучи на вас падают. Так или иначе, в любом случае, загораете. Тайцы, кстати, очень любят вот такие вот скульптуры из под дерева, но сделанные из бетона. Перевернутое каноэ, пальма, опять-таки, высокая. И сейчас мы с вами выйдем на пляж. Вот эта вот высокая скала там вдалеке называется скала Парус. До нее идти полчаса, поэтому я туда, скорее всего, не пойду. Что-то мне лень. Вывеска на тайском о том, чтобы не мусорить, или что-то в этом роде. Ну и так вот выглядит вся эта панорама. Выглядит весьма и весьма неплохо. Ну что ж, с вами был Ильдар Зинуров. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Будьте счастливы, всего доброго, до свидания.